Всем привет! С вами Вулфин, и сегодня новый выпуск программы «Молодость». Вы уж давно поди не ждали этого выпуска, и сегодня мы поговорим о Mortal Kombat 3 Extra 60 пиполисов. Да-да-да-да-да, уже 60 пиполисов, и это уже Mortal Kombat 3. Выбор игроков нас сразу удивляет огромным количеством героев. И кого бы вы выбрали, да? Шиву! Наверное, выберем Шиву, да? Вы со мной согласны, конечно, потому что это Mortal Kombat необычный. Сейчас вы в этом убедитесь. Mortal Kombat Шива. Вот это класс! Вы где-нибудь видели такую Шиву? Не, ну анимация нормально. Джонни Кейдж похож на Джонни Кейджа. Но где написано, что я играю Джонни Кейджем? Да, локация похожа на локацию из Сеги. Но мне кажется, эта локация сдута с Game Boy. Да, с Game Boy. С Game Boy, только не с Game Boy Advance. Как-то так мне что-то легко дерется, и анимация хорошая. Только графика полная отстой. Только музыка не очень хорошая, но все-таки играться в этот высер еще более-менее. Только почему-то это не Шива. А кто же? Кто? Наверное, Китана, да? Не Китана. А кто же? Кто же это? Я тоже не знаю. Анимация, да, меня удивляет, как эта игра вообще попала в мою программу. Наверное, потому что это трэш, это один из ящих трэшев. Потому что играть вот в это, ну совершенно, мать вашу, неинтересно. Да. Я ведь все-таки чем славился Mortal Kombat? Он славился красивыми фаталити или красивым геймплеем. То здесь ничего нету. Ни фаталити, ни красивого геймплея. И поэтому, наверное, в эту игру не стоит играть, а стоит просто... Знаете, а что стоит? А, наверное, эту игру стоит забыть. Хотя, если вы любите Mortal Kombat и любите игрушечки на денюшечке, то можете спокойно поиграть в этот список. Все-таки вы сейчас видите, что происходит на экране, и это просто смешно. Когда вы оба летите в падении, и потом один из вас умирает, это просто удивительно. Но то, что меня радует, то здесь появились новые герои, то есть, допустим, Рептилия или еще кто-то. То есть здесь все как-то необычно, ну то есть так, как должно быть, нормально, Mortal Kombat. Локации из Ultimate присутствуют. Это будет радовать, если вы, конечно же, любите Mortal Kombat и играли Mortal Kombat на Sega. Но, если бы здесь радовала вообще в целом графическая составляющая, но разработчики, точнее китайцы, постарались создать очень и очень бодренький, может, в чем-то геймплей, там, анимацию хорошую сделать. Не спорю, это трешово, но анимация в игре хорошая. На хорошем уровне, но... Но здесь такая отстойная графика, что за этим уровнем трэша даже просто неохота следить. Представляете, как, допустим, маленькую-маленькую игрулечку растянули на большой экран, и вы сами представляете, что это будет тебя представлять. Допустим, вы сделаете 3G. Формат 3G, да, для телефона, если вы не знаете, для чего это формат 3G. И растяните его на широкоформатный телевизор, то есть на большую плазму. Вы представьте, что будет твориться на экране, да? Да, вы, конечно, представите, и там будет ужас, да? Вроде ужас. Так вот здесь то же самое, понимаете? Здесь такой же творится ужас на экране. И тяжело понять, что вообще на нем происходит. А особенно на экране выбора игрока. Причиной тому является то, что вообще тяжело разобрать, кем вы играете. Да, когда ты выбираешь, допустим, там страйкера, ты играешь Джонни Кейджем. Логика железна, да? Нет, появляется, да, допустим, появились новые противники и новые герои, но зачастую ты играешь все теми же старыми пацанами, и это не радует, это совершенно не радует. Особенно не радует гамма всей игры, потому что здесь она настолько убогая, насколько это только возможно. Так что Mortal Kombat 3 Extra 60 пиполисов – это достаточно хорошая игра. Только для того времени, когда не вчера было играть. Но если тебе было есть во что играть, и ты играл вот этот твиттер, то я тебе соболезную. А если у тебя не было других Mortal Kombat, а у меня были другие Mortal Kombat, и когда мне попалась вот эта игра, то я скажу вам, что я в ней не играл. Потому что была лучше. Была лучшая игра, был лучше Mortal Kombat. А этот высер, я, ну, забыл, конечно, может быть, не сразу, но все-таки забыл. Так что с вами был Восник, программа Мода, игра Mortal Kombat 3, экстра 60 пиполисов, и я вам, знаете, что скажу? Вот только не расстраивайтесь, знаете, я вам что скажу? Никогда не играйте в трешовые игры. Причина этому, знаете, какая? Потому что все трешовые игры — это полное говно,
А китайские игры, это еще хуже, это говна из говна. Когда вы выбираете Шансунга, вы играете Рейденом, вот где железная логика китайцев. Так что подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и пока, блядь, и не играйте в трешовые игры от китайцев.